удачи команде нашей. Пусть в новом сезоне ей везет. Вперед, Ларисов, мы с тобой! Желаю футбольному клубу «Батэ», чтобы в этом сезоне они каждый матч побеждали и радовали нас. Хочется пожелать команде, чтобы она вернулась на тот же уровень, когда была при живом Анатолии Анатольевиче Капском. Ну и как можно меньше травм, чтобы было, и побольше побед. И мы очень поддерживаем команду, посещаем все выездные и домашние матчи. Так что вперед, Борисов, мы с тобой. Побольше побед. Хотелось бы, конечно, чтобы в этом году команда сыграла даже не столько место, а как бы было у нас раньше понятие «Батэ» как семья. Сейчас это с каждым годом куда-то уходит. Чувствовалось, что в том году что-то немножко не то. Хочется, чтобы команда просто была дружна и чтобы нас радовала искрометным футболом. Я желаю продолжать держать свое ДНК лучшего клуба Беларуси, так скажем. Всегда быть первым рядом. Я желаю вам, футболисты, чтобы вы, дай бог, играли очень хорошо, поменьше там травм. Ну и чтобы к следующему даже сезону вы начали достигать всех высоты. Только Батэ! Только победа! Желаю нашей любимой команде в этом году, ну, выступить достойно. Я думаю, что мы не будем в хвосте, не у серединки, а где-то в лидерах. Дай бог, чтобы так и было. Ну, хочу пожелать в этом сезоне Батэ достичь тех высот, которые были уже у нас. То есть уже показали примером своим другое поколение, что можно и без денег, без ничего достичь их. Самое главное – огонь в глазах. Будет у вас огонь в глазах, будет на трибунах огонь. То есть мы всегда с вами и в горечь, и в радость. Только Батэ, только победа. Борисов, мы с тобой!